сейчас мы на подкосящей плантации на Охазаре. Видите, да? Здесь. Ну, что сказать, премиум плантация, есть премиум плантация. Здесь на самом деле классно. Сейчас мы в холодном помещении на Охаверде, и вы спрашиваете, какая здесь температура. Смотрите, вот за моей спиной висит датчик, видите, то есть здесь сейчас 1.5 градуса тепла. То есть вода еще не замерзает, но уже это минимальная такая температура, то есть цветок засыпает для того, чтобы нормально перенести долгую дорогу, чтобы он приехал к вам, отпился и был как новенький. По поводу цветка, по поводу ситуации, смотрите, цветка очень мало. Почему? Потому что очень плохо с погодой сейчас, погодные условия. И плюс все было выкашено на празднике. И из-за погодных условий цветок не может нормально восстановиться. Поэтому ситуация не очень, ценник вверх, качество. Вот, но как-то так. И вот такая вот красота. Повторюсь, цветка мало. Сами это видите, при том, что Охаверде имеет... При том, что сама плантация Охаверде имеет 19 гектар под розой, и при этом смотрите, как мало цветка. Вот как-то так. Что очень важно, что очень интересно, здесь меряют длину по среднему ряду. То есть, если это восьмерка, то средний ряд восьмерка. И даже самый короткий ряд будет все равно, ну, сантиметра на два короче, 78 может быть. И самый длинный ряд будет 84-85 сантиметров. Это классно. То есть, если вы платите за восьмерку, вы получаете восьмерку. И смотрите, так идет упаковка цветка на плантацию Охаверде. Ну, от ручного труда никуда. Сейчас по климату, по югу.